Итак, всех приветствую, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм. И сегодня мы поговорим об образовательных каналах на YouTube, которые я рекомендую и которые я, собственно, смотрю. Дело в том, что, как бы, да, образовываться каждый так умеет, но прикол в том, что, как бы, многие образовываются, там, смотрят эти каналы и так далее, но я предпочитаю другое делать. Я, короче, просто включаю, и оно себе само играет, а я это все слушаю. То есть я не смотрю в основном каналы, я в основном слушаю то, что там говорят. Потому что, по сути, какой смысл что-то там смотреть? То есть вот, я не понимаю, если честно, какого фига смотреть научпоп, например. То есть, ты просто должен получать информацию. И как бы в основном в данных вот этих вот научпоп каналах, ну здесь не только научпоп, но тем не менее. То есть там чувак просто корчит рожу, там что-то рассказывает, там максимум, что он может сделать, это вырезать из каких-то исторических хроник кусок видео и вставить его в видео. Но зачем мне, как бы, это все смотреть, непонятно. От этого изменится информация, понимаете, я сторонник сути. Ну ладно, давайте просто перейдем. То есть, все будет нормально или ненормально? Да, вот, например, первый канал Синус. Вот это вот как раз просто идеально. То есть здесь просто картинка зачастую какая-то или анимация, и на фоне тут получается радио. Я так понял, это радио какое-то такое себе, по-моему, латвийское или что-то вроде того. И при этом по этому радио тут всякие интересные вещи рассказывают. И выложили это все в виде вот таких вот видео с красивыми превьюшками. Все эти вещи, в общем-то, выложили в интернет. Так что советую Синус. В принципе, все эти ссылки будут в описании, вы же понимаете. Посмотрите, если вы хотите образовываться, становиться таким вот умным. Значит, TED на русском. Ну, TED это типа такая конференция, кстати. Там, по-моему, про каких-то вот этих вот исламистов злобных было. Так, вот. Мир глазами бывшего радикального джихадиста. Да. Игра престолов и войны, вдохновившие что-то там. Значит, как приумножить свое время. Как объяснить сознание. Вот видите, какие интересные тут всякие вопросы. И самое прикольное, то есть сюда приглашают всяких людей. Там могут быть и знаменитые люди, и просто люди с особенным опытом. Они всем этим делятся. Как вы понимаете, это тоже контент, который лучше слушать, чем смотреть. И я, собственно, этим и занимаюсь. Если Синус там тоже приглашают людей, то на TED это, во-первых, зарубежное. То есть, почему указано, что это на русском. Это где-то в США, короче, там, ну, в разных городах проходят эти конференции. И, в общем-то, там очень много интересного, и, в принципе, тоже смотреть не обязательно, потому что там зачастую человек просто выступает. Дальше, Smart, вот это вот более классический научпок, насколько я помню. Так, хотя нет, не такой уж и примитивный. Ну, в смысле, это что-то вроде... Короткие ролики, да. Ну, логично, я же показываю, собственно. Диафилм. Диафилм, это я помню, что-то знакомое. Ну, в общем, это типа полезных фактов, только больше, более научпопское. Вот, видите, оно так и сказано, что это... Это вот более классический такой научпоп. Возможно, я, кстати, от этого канала отпишусь. Ну, потом. Значит, Солипсизм. Тоже интересный канал. Видите, 17 тысяч подписчиков. Вы думаете, наверное, что я на всяких трэш-смешей подписан. А вот нихуя. Эти пидоры меня не дождутся. Они там всякую хуйню несут. Короче, продались полностью, ублюдки. Там нападают на всех.
фашисты ёбаные. Значит, не... Вот, опять же, тут, опять же, переводы всяких Нила Деграсса Тайсона, всяких вот этих вот ютуберов, Веритазиум и так далее. Что довольно-таки бывает уникально. Ну, насчет солипсизма именно название, блин. Если честно, это фиговое название, потому что солипсизм это наоборот, типа, отрицание всего, кроме собственного разума. А как бы наука не отрицает существование какого-то там мира относительно объективного. Значит, Илон Маск. Ну, это такой канал, который я редко смотрю, и как бы тут просто вот эти вот эти служители, скажем так, Айрон Культа, короче, Культа Стали, Братство Стали тут на Ютубе организовалось из этого Илона Маска. Ну, по сути-то, в принципе, тут говорят, в принципе, о научном, ну, о новинках технологий, вот как, да, то есть о развитии, о прогрессе говорят. То есть не только Илона Маска, то есть в основном, конечно, Илона Маска. Например, если какая-то китайская компания создала новый электрокар, то на этом канале это скажут, вот, Илону Маску будет трудно с ней конкурировать и так далее. Ну, не знаю, просто я как-то новостей технологий больше нигде не видел. Ну, то есть, не попадал на подобные каналы в своих путешествиях по интернету. Дальше, Макар Светлый, очень специфический канал. Хотя на нем, я помню, когда я подписывался, было 15 или 17 тысяч подписчиков. В общем-то, в чем прикол, в чем особенность этого канала, то, что у его диктора, собственно, ну, во-первых, то есть зачастую нету никаких особо крутых графических эффектов, то есть... По сути, там тоже или картинку показывают, или нарезку из видео, или что-то вроде того. То есть чувак, типа меня, любит анонимность, не показывает своего лица. Также у него голос посредственный, так же, как и у меня. И дебильная вот эта вот аватарка. Это сейчас она еще ничего. Когда я на него подписывался, так вообще такая злобная рожа вот эта вот была. Пиноккио или Буратино, кто это такой? Буратино, короче, с третьим глазом в виде... ядерного атома. Но, тем не менее, здесь есть довольно неплохие, особенно ранние видео более. Тут всякую математику из фильма показывают и так далее, и тому подобное. Да, такие вот, в общем-то, дела. Советую, в принципе, заглянуть, посмотреть. Значит, Помпей новости. Это не столько научное, тут, кстати, не только научные каналы, тут, в принципе, разные. То есть все, где я черпаю, так скажем, вдохновение, удовлетворяю свое любопытство и так далее. Вот, тут, как вы видите, опрашивают в Израиле, прикиньте, опрашивают всяких людей на разные темы. Как насчет религии, так и насчет всяких там однополых браков, чего-то такого. Самые красивые евреи мира. Вот. Великие люди об исламе, там всякое такое. Ну, то есть просто берут интервью, вы представляете? Это на самом-то деле очень хороший канал. Я не знаю, сколько у него подписчиков, но если мало, то это довольно странно. Потому что, собственно, это и в этом и ценность. То есть, чтобы опрашивать реальных людей, а не выдумывать что-то самому. Чуть-чуть о науке. Еще один канал. Вот такой вот. И, короче, тут всякие... искусственное мясо. Там что-то похудение. Тут, короче, просто всякие разноплановые лайфхаки, что ли.
и просто познавательные всякие видео. Не знаю, я, если честно, тут даже немного видео смотрел, возможно, даже отпишусь, посмотрю еще, что тут за видео. Я Explorer. Так, ну здесь, значит, тоже автор не раскрывает своего имени. И вот интересно, он с России или нет, потому что в Рашке вроде же запрещено, типа, быть анонимным в интернете. Именно поэтому все эти блогеры крупные, они типа все деанонимизированные. И это на самом-то деле дерьмово, я ненавижу раскрываться, вскрываться, раскрываться и так далее. Но, в общем-то, вот тут тайны религии, там всякое, космос, всякие, в общем, философские вопросы. Философские вопросы, и то есть нету лиц и нету видеоряда какого-то. Ну, то есть есть какой-то видеоряд красивый, там музыка фоновая есть, но можно его не смотреть, можно просто слушать, что меня лично устраивает. И плюс как бы не так много воды, и можно задуматься, можно вот просто включить, воспроизвести все, и потом типа слушать и думать над этим, надо всем. Я не говорю, что все, что там говорится, правда, но, по крайней мере, не настолько уж, как многие другие каналы альтернативщиков, так называемых. Там типа исторические вольнодумцы, там этот Крамола, еще чего-то. Значит, 15 на 4 толкс. Тут, короче, разное есть. Тут даже на украинском есть какие-то видео. Оптические иллюзии. Там кукольный театр. Скифы, кстати, это что-то вот там. Скифское золото. И так далее. Значит, Clever Mind. Что-то, я так понял. Они, вот это меня бесит, если честно. Взяли, включили это, рекламу сайта в название канала. Наркотики у ученых, как делают открытие? Что, серьезно? Вот, конечно, очень такие провоцирующие названия. Вот, тут про грибы. Почини мозг от бухлишка, что-то там, как уменьшить сонливость. Ну, в общем, это что-то такое легкомысленное, классический научпоп, я бы так сказал. Но можно посмотреть. M-Generation, тут тоже типа философии, вот это я точно помню. Мотивация, Новый год, все люди эгоисты. Жак Фреско, почему мы знаем его таким? А чё вы так любите этого Жака Фреско? Да, неплохой чувак, но слишком примитивен, ну, как по мне. Ну, в смысле того, что он не понимал, что, типа, как бы люди разные, все дела. Ну, то есть, что нужно больше свободы, а он против демократии, кстати. Как это ни странно, Жак Фреско против демократии был. Что мне не нравится, все же, если ты говоришь, что типа должны компетентные люди править, то как бы, чувак, а ничего, что как бы кто-то может притвориться компетентным, и как ты избежишь ошибок в том, кого выбираешь, или что он будет злоумышленником из-за того, что, например, ему хочется это, получать какую-то отдачу от своего труда на благо, так скажем, людей. И все это, в общем-то, мгновенно будет разрушаться. Значит, Weird Dider, вот такой вот канал. Тоже довольно очень старый. И я на него довольно давно подписан. Тоже черные дыры там. И тоже, кстати, видео то ли вообще рисованные некоторые, а некоторые это не рисованы, ну, в общем, плевать.
важно то, что здесь там всякие дебаты показывают, там всякие мелкие ролики с интересными всякими фактами. Вот насчет обрезания. Хотите узнать, хорошо или плохо это обрезание? Ну, я даже знать не хочу. Не люблю обрезание. В любых его видах и формах. Значит, Voice Power — это тоже переводы зарубежных всяких передач в Саусе, например. Висоус или там Веритазиум, опять же. Но тут редко довольно видео выходят, поэтому такие вот дела. Значит, Космос просто. Когда я на него там подписывался. В общем, тут все только начинается. В принципе, классический научпоп, но есть что-то хотя бы оригинальное. Вот эти вот каналы-миллионники, они так ленятся, они уже начинают тупо клепать, типа, на одни и те же темы ролики и так далее и тому подобное. Потребление идей. Потребление идей. Вот это вот философия, да. Тут, короче, всякая философия. И тоже, то есть... Кстати, ролики тут неплохие, но больше нужно слушать, чем смотреть. И, кстати, заметьте, что последний ролик 2 года назад, то есть как бы тут все уже сделано. Но советую все равно посмотреть, даже несмотря на то, что сейчас не выходят видео. Смысловые 5-минутки. Так, доказательства эволюции. Там плоскоземелье и так далее. Это вот скорее, так сказать, это атеистический какой-то канал. Логические ошибки, вот, например. То есть я тоже выпускаю свои видео и рассказываю о всяких парадоксах и логических ошибках. У меня есть такие видео, поищите. Короче, в разделе «Философия» и в разделе «Когнитивные искажения», в разделе «Как улучшить», везде там я возмущаюсь этими всякими логическими ошибками и парадоксами. И здесь, как вы видите, тоже этим занимаются. Спорим, вы не знали. Ой, вот это даже не научпоп, скорее всего. Хотя, посмотрите. То есть тут тоже такое научпоп. Просто спорим, вы не знали, ну... Спорим, вы не знали, это канал топы фактов всяких. Факты о том, факты о другом, а это все-таки не научпоп. А вот это вот типа научпоп. Более такой. Превьюшки, конечно, сочные, но на самом деле я, по-моему, все тут прослушал уже. Теории всякие. Ну, естественно, это довольно посредственно, я думаю. Хотя посмотреть можете, если нечего делать. Ну, то есть меня, если честно, на этот канал, скорее всего, превьюшки привлекли. Потому что уж очень прикольные, яркие. Четко. Четенько. Это, кстати, вот я недавно подписался, даже посмотреть не успел ничего. Тут типа всякое. Всякие тоже советы, философия. Да. Философская медитация, что? Это как это так? Ну, я вообще-то не медитирую. Знаете, почему я не медитирую? Потому что я нифига не делаю. То есть, как бы, с чего мне медитировать? Если я когда-то бешусь, то мне приходится беситься. Я никак этим... Ну, то есть, от этого не могу избежать, потому что... это единственные моменты моей жизни, когда мне есть из-за чего беситься. То есть, от того, что... Как раз-таки в одиночестве я спокоен. И это избавляет меня от необходимости медитировать. Я фактически, когда другие медитируют, я сажусь писать книгу, например. Или включаю какую-то красивую музыку, спокойную. И там раздумываю о чем-то там. Или смотрю какие-то, слушаю ролики. То есть фактически... Медитация нужна скорее тем, кто много работает и так далее.
а не мне. Ну, я так считаю, в принципе. Значит, объекты пояса Койпера. А, это интересно. Ну, здесь, в общем-то, тоже классический научпоп. А, вот, Никола Тесла против Томаса Эдисона, кто гений. Я об этом только говорил, и как бы все постоянно приводят этот пример. Но на самом-то деле не всегда. Вот возьмем того же Илона Маска, он там и сам много чего сделал в своей компании. Хотя он, кстати, не говорит. Он и сам сделал в компании многое, и он не говорит, что он сам все сделал. Потому что действительно ему помогали другие люди, которые, собственно, в Тесле и в других компаниях его работали. Ну а были такие чуваки раньше, да и сейчас есть, особенно в некоторых нецивилизованных странах, которые как раз-таки незаслуженно владеют своим богатством и признание имеют незаслуженно и так далее и тому подобное. Значит, это интересно, но это классический научпоп еще один. Значит, 99 мыслей звонов. Здесь, по-моему, философия. Ну, потому что 99 мыслей это, собственно, философия. Философия и наука. 99 мыслей. Ну, как вы видите, уже целых 5 месяцев назад не было видео. И вообще редко видео выпускаются. И не так уж и много просмотров, кстати, набирают. У узбеков нет иллюзий. Прикольно. Так вот, кстати, надо посмотреть. Я что, не смотрел разве эти видео? Или может просто снялось? Галочки, то есть не показывает, что я просмотрел. В общем, прикол в том, что чем-то меня этот канал зацепил. Скорее всего, там какой-то философии. Прикол в том, что, смотрите, 3 года... И 13 тысяч просмотров. Этот чувак явно не вкладывался в рекламу. При том, что, насколько я помню, качество видео довольно-таки неплохое. То есть я в шоке, откуда берутся каналы, которые за полгода, короче, себе 1 000 000 подписчиков набирают. А такие реально есть. При том, что есть такие же каналы, казалось бы. Даже в каком-то смысле лучше. Но они не набирают такое количество подписчиков. Значит, и просмотров, естественно, тоже. Вот смотрите, то есть, казалось бы, интересные мысли, все интересно, все хорошо, но вот 20 тысяч и как бы никак больше. Вот, увеличивается хотя бы, ну вот, 5 месяцев назад 17 тысяч просмотров. Хотя, видимо, оно просто не находится почему-то в выдаче, да. То есть оно со временем не набирает. У меня такие видео, что они, короче, набирают просмотры со временем, потому что у меня SEO-оптимизация хорошая и все остальное. Ну, относительно хорошая. А здесь такое не работает. Значит, Мадастранир. Тут тоже зарубежные переводы зарубежных видео. Довольно интересно, может быть. Тут больше математики, даже, чем традиционных вещей. Значит, дальше. Vox Catchers. Characters, я хотел сказать, а... Нет, все-таки Catchers. Здесь очень давно, видите, 8 месяцев не было видео, но на самом-то деле довольно оригинальное видео. И типа... Ложь, YouTube Red... Что-то тут, то есть такие вот провокационные теории и хорошие, в принципе, довольно-таки превьюшки. Оригинальные, в принципе, видео, касающиеся политики, там, устройства, еще чего-то. Очень интересно. Блин, тут еще и Пикабу есть, ужас. Не сидите на Пикабу, Пикабу плохое. Там ватника много. Скептик подкаст. Да, вот Скептик подкаст мне тоже очень нравится. То есть про экстрасенсов, про все что угодно здесь есть видео. И тоже, вот это то, что нужно как раз слушать. Смотреть нету смысла абсолютно. Тут, то есть, люди обычные, такие вот, как я. Они вот говорят, народ нафиг.
То есть они вот не блогеры, не вот эти вот зализанные чуваки в костюмчиках, которые начинают там со склейками болтать каждый день это какие-то там сладкие нашему уху вещи. Нет, они делают не для нас, а для себя. Они клепают не то, что хотят слышать, а истину. Им плевать, как эта истина выглядит. Они просто рассказывают, он там вон в каком-то в аудитории, на ограниченную аудиторию, собственно. Они не стремятся слишком позерствовать. То есть они не стремятся какой-то харизмой тебя подкупить и так далее. И мне это на самом-то деле нравится, ну, если совсем не что-то убогое. Я надеюсь, я не сильно убогий. Ну, конечно, мне тут подхалимы напишут, что нет, все хорошо и так далее. Но я-то вижу по просмотрам на моем канале. То есть все упало, никто ничего не смотрит и так далее. Поэтому как бы все печальненько. Netstalkers это вот такой себе... У него, у этого канала просто своя ниша. У него просто своя ниша. Вот поэтому он 550 тысяч подписчиков набрал. Скорее всего, все-таки была какая-то реклама, но я не думаю, что очень много, потому что контент действительно довольно неплох. И действительно, то есть, что-то оригинальное. И, то есть, и вид оригинальный. То есть, есть своя изюминка у канала по подаче контента. И темы оригинальные. То есть, это и не научпоп, то есть, научными вопросами в основном не занимается. И не философия. Это что-то третье, что-то такое вот именно с высокими технологиями связанное. Ну, собственно, с интернетом. Netstalkers, типа. Netstalkers это... спрятанный в интернете или прячущийся в интернете или что-то вроде того. Мобиус Бенд, лента Мобиуса, ну канал, название канала говорит о самом этом канале. Зачем умирать, например? Вот хороший вопрос, действительно, зачем умирать? Правда, аж год назад уже, видимо, умер основатель канала. Автомобильных пробок, что-то решение проблемы. Машина самоубийств, тоже интересно. Да. Тут всякие тоже переводы зарубежные. Да, здесь в основном переводы зарубежные, анимашки тоже переведенные и так далее и тому подобное. То есть здесь типа не такой оригинальный контент. Значит, Пони Радио. Да, это вообще просто офигеть. Это просто офигеть. Здесь, короче, насчет религии. Короче, забейте на поней. Просто не смотрите вот это вот все поняшную хрень эту. Тут, короче, ламповые посиделки и религиоведение. То есть, фактически... Кроме этого канала, толкового религиоведения нету, но с другой стороны, конечно, автор тоже предвзят, он довольно наивен, и я считаю, что он не полностью объективен и так далее, но он хотя бы это признает, и у него не завышена самооценка. А то знаете, как начнут там рассказывать всякие эксперты. А это довольно-таки неплохо. Опять же ж, смотреть тут, то есть просто картинка. Это стримы, которые нужно слушать. Я обожаю такие стримы. И такого очень мало есть, то есть таких образовательных стримов. Это вот Синус и вот эта вот фигня. Только это чисто по религиоведению, а Синус по всем темам. Значит, смотрим. Вот это вот Popular Science, да, научпоп. Посмотрим, что здесь. Значит, тут совершенно левые всякие фильмы там и так далее. Ну, вы поняли, на тему истории. Не знаю, почему я его добавил. Видимо, потому что здесь таких фильмов очень много. «Глобальный мозг», там вот какие-то старые фильмы. Ну, все равно интересно. Все равно все это довольно-таки интересно. «Скрытые города Этрусков». Вот прямо так хочется взять и посмотреть, кто такие эти этруски. А то, блин, задорного наслушаешься и, короче, станешь ватником.
потом. Слава богу, земля ему бетоном, этому Задорнову. И Уни канал очень спорный. Вначале политикой занимался, он вообще типа сначала там с Крыма, то есть сбежал типа, потому что, ну, там была такая хрень, он об этом говорил, по-моему. Ну, в общем-то, вроде пристроился, и как бы у него был творческий кризис после того, как он в политике, короче, его не смотрели, политические всякие ролики, видите, по 17 тысяч, 6,5 тысяч. И вот теперь переключился на более интересные вещи, про болезни, и тоже довольно интересно рассказывает, и советую, типа, посмотреть. Ну и тут, как вы видите, у нас больше нету. На самом-то деле, возможно, что-то еще есть, какие-то можно каналы отнести к этому типу. Однако я не буду рисковать и просто оставлю все как есть. В общем-то, все эти ссылки я оставлю под видео в описании. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, если вам нечего было посмотреть или послушать, и теперь вы знаете. Теперь я дал вам, короче, только не забывайте, типа, мой канал, а то уйдете и будете только там сидеть. И всем до свидания.